Всем доброго времени суток, с вами Александр Кондрашов, и мы продолжаем проходить игру Half-Life. Самый первый, оригинальный, английскую версию, на среднем уровне сложности. Так. Фу. Он перед смертью отрыгивает тех, кого он сожрал. Остатки, точнее, тех, кого он сожрал. Напоминаю, что тем, кто не смотрел прошлую серию, я записывал подряд в прошлый раз. Я, собственно, сейчас записываю две подряд, но у меня в прошлый раз я, ну, затупил, короче говоря, и не записал подряд. Короче говоря, до этого места, с позапрошлого уже получается раз, я доходил. И поэтому, когда бежал туда, то уже было так, типа, я знал, что, как, куда, зачем. Было бодренько, меньше затупов. Сейчас мы дошли до того места, где я уже дальше не был, и поэтому... Так, мне вот туда. Чувак, ну... Какого хера, а? Скажите, пожалуйста, мне, как, почему нормально прыгать он не может? В каких играх проблемы с прыжками вообще? Да куда ты, ну твою мать? Ну нажал же тебе просто присесть, куда ты уехал нахер? Смотри, что происходит, а? Так, F5, F. Флешлайт. Лучше вот так вот, чтобы вдаль смотреть. Не дай бог, хоть там ублюдок сидит. Ага. О! Здорово! Head for the surface. Elevators are out of order, but we can still climb. Да, чувак, ты прав, лазать мы все еще под пальчики. Что-то какие-то они борзые пошли. Ты чё орёшь? Тебя что ли стреляют? Так, погоди. Мне куда? Мне сюда или туда? Так, сейчас. Чё у них с головой вообще, а? То есть монстров они молча отстреливают, убегают от них, когда видят меня, начинают орать. А-а-а, все, понял, это просто открылась эта дверь. Все, понял, знаешь, мне туда. Иди, чувак, там много интересного. Так, здесь у нас тоже закрыто, да? Конечно. Э! Чё он там сделал, передернул, что ли? Э, дверь открой, дебил! Дебил, блин, подошел такой. Что-то там. И пошел себе дальше. Говно кусок. Это по-любому какой-нибудь злодей. Он по-любому что-нибудь знал. Тварь, а? Ублюдок. Сучий потрох. Говно. Аптечки. Гранаты. А у меня гранаты полные, да? Нет. Одну можно взять. Правда, она больше, чем один. Один гранат прибавляет, но... Ну. А, мне бы это вот тут... А, ну да. Чё я тупит? Теперь дробовиком можно вообще не экономить, нифига. Ну, судя по всему, возможно, кстати говоря, что по патронам и по всему остальному это не особо отличается вообще. То есть уровень сложности зависит только от... как сказать, господи, влияет, то есть только на то, насколько крутые враги. Так, опции, я все-таки хочу посмотреть.
очень уж быстро. Не надо, mouse filter, shoot out mouse movement. Джойстик. Зачем мне джойстик? Не надо мне это. Так, сразу применить. Так, далее, аудио-видео. Он просто очень быстро на кнопки нажимаешь, и он прям вот... Окей. Ну-ка, что я сделал? Прям звук умалишенный носится. Так. Так, ну окей. Знаешь, мне надо прыгать. Джеронимо! Отлично. Да, чувак, ну блин! Что ж ты так... Дебил. Не, с прыжками в этой игре еще похуже, чем местами в когте. Очередной чувак не может больше выдерживать ничего. Так, не туда. Поехали. Ду-ду-дум. Опять. Показалось. Так, мне... Куда мне дальше? Ага. F5. Так. И чего я добился? У нас гость. Следующий уровень называется. Хорош, хорош, давай, 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 давай. Эх. Вот это вообще шикардос сейчас был. Ну да, логично, что она просто так не откроется. Это странно было бы, если бы комнату охраны с оружием можно было бы стекло просто выломать. Ну-ка. Ух ты ж, ёпты! Ху-ху-ху-ху! Вот это я вовремя заметил, что он закрывается. Угу, понято. Нет, ты не двигаешься? А ты? КФ-5. Чувак, уйди не до тебя сейчас. Почему турель по людям стреляет? Я не могу понять. Понятно, пока у нас полный заряд костюма, у нас, грубо говоря, считайте, есть броня. Так, нам куда-то туда, поэтому можно сделать так. О! Я извиняюсь. Это просто реально, это очень круто. Ну, М16 с подствольным гранатометом, сами понимаете, что я вам объясняю-то. Епатё, сейчас полетят клочки по закоулочкам. Всё, для меня вообще теперь никто не авторитет, ни бог, ни черт, идите нахуй все сразу. Иди отсюда! Ты должен в ужасе скрыться от одного вида моего, бляха. Да, иди нахер. Так. Не-не-не. Просто F5 их это нужно.
Давай, чувак, ты успеешь, ну! Ах, бедненький, не успел. Так, что у нас тут? Там будет если весело, если сейчас ящики разбиваю, там понадобится куда-нибудь залезть буквально, вот, ну, за какие-нибудь... Нет, подожди. А, то есть она вот так? А, то есть что-то еще там будет, на четверке будет? Как это было, сам сейчас умрешь у меня тоже мне. Так, за ящиком пока. Вот так вот. Блин, как я на минуту нарвался, отвратительно. Вот и дурак. Так. Ладно, подлечились. Патрончики. Да-да-да-да-да, патрончики я возьму. Так, подлечились, патрончики взяли, F5 нажали, пошли. Открывайся, пожалуйста, дверь. Открывается, да. Сейчас какая-нибудь турель в меня стрельнет. Ну, блин, я же сказал. Так, а у меня же есть... Или я пока не задену, она не... Ну-ка. Ага, вторая активировалась. Нет. Да блин, так непривычно, что дробовик с автоматом на одной кнопке. Эть. На всех. Куда побежал-то, друга? Стой. Вернись, я все прощу. Просто нельзя, чтобы они оставались где-нибудь в тылу, эти ублюдки. Чувак, я слышал, еще один вылез, давай. Ты, сука! Ты сдохнешь какая-нибудь или нет? Наглый говнюк. Что-то Терминейтер только что был, какой-то объект Фокс Браво и все такое. Так, тык-тык. Гранатка. Спасибо. А это что? Есть что? На. Так, судя по звуку, где-то еще турель есть. Ха-ха-ха, запалилась. Так, главное теперь только самому себе. А прикинь, сейчас залез бы на ящики, они начали бы меня расстреливать в два смычка. Это ж вообще... Я знаю, кстати говоря, откуда это выражение. Можно потом мне не писать. Я в курсе, я специально его и употребил так. Потому что она так очень пошло и неприятно звучит. Ага. Конечно, где-то этот прыжок снизу. Это можно как-то... Так, а тут туда-то как попасть? Что-то вообще никуда не могу среди этих мест попасть сейчас. Ну ладно. Пока идем сюда. Ну вот как? Я же в тебя прям попал. Так, а там что-то прям плохо. Блин, а можно было просто тупо от них свалить. Вот так вот зайду. Второй там останется. 227 патронов. Обосраться. А подствольный гранат у него, кстати, где-то отображается же, наверное. Ну, их пока нету, это понятно. Так, ну я прошел через эти штуки. Они должны были мне сказать турелям, что типа стреляйте. Но турелей уже не было, так понимаю, да? А, то есть я прошел, турель стоит на меня, не реагирует. Я такой прохожу, задеваю эти штуки, и турель в меня херачит сзади. Это был коварный план, согласен.
проблема в том, что я-то умнее, чем эти турели сраные. Да. На. А, тут вода разлита, я думаю, что? Предупреждение, осторожно, мокрый пол. Прикольно, что? С юмором люди подошли. Чё? Это же какие-то военные переговариваются. Не нравится мне этот мужик с дипломатом и в костюмчике. Ох, не нравится. Кстати, я уверен, что нас этой дверью может раздавить. Просто, блин, уверен, как... Вы знаете, как, что так. Воу! Тоже мог подумать. Так. Ну-ка, а если тебя сделать... Где я? Хорош реагировать на меня. Я уже понял, что ты крутая, что ты это. О, еще. Так. Туда и туда, за этим мужиком. Как что наверх попасть, интересно? О, на дробовичку патроны. Еще патрончик. Ладно, если буду что-то пропускать, ребят, ну уж извините, я говорю, в первый раз в нее играю, в эту игру. Безо всяких сомнений, замечательную игру, я, сколько там, 17 минут. Я это даже не спорю с этим, но просто потому, что я могу что-то и не знать, где что лежит, поэтому... То есть, в общем-то, я даже не вижу, что где лежит, просто как-то добраться. Блин, как вот военные какие-то парации переговариваются. То есть, не эфир какой-нибудь, чтобы против плохих военных-то воевать. Ах ты говно! Сука, такие есть плохие военные, ты смотри, а? Вот говноеды, а? Ну как так? Ну, ну он же... Ай, дядька никому ничего не сделал. Ты не бойся, таракан, не буду тебя убивать, под ноги не суйся, только и все. Патронов больше нельзя. Так, тут все закрыто. Давай с ним походим, раз патронов уже столько, что вообще новые даже не берутся. И походим. Да, мало ли, если вдруг возникнет вопрос, я не знаю, я третью серию фактически выкладываю, точнее записываю тогда, когда еще даже первые не выложил. Поэтому, возможно, кто-то мне даже в первом напишет. Half-Life 2, если мало ли, вдруг у кого-то, опять же говорю, вопрос возникнет, Half-Life 2 я буду обязательно проходить тоже. Эпизоды не знаю, а Half-Life 2 точно будет проходить. Чувак, они знают, что ты ученый, они насрать. Нихера себе я тут спальку. Ух ты, коса! О! Знаешь, таким косым-то быть! Да я нахер терминатор! Даже патроны эти ваши... Ладно, давай походим с ними. Раз патронов дофига, и враги все с этими патронами, дай походим. Так, сейчас только вот все раздолбаним здесь нахер. Вот! О! Отлично! Чего нету? Я, блин, сейчас монтировкой их забивать буду, серьезно. Так, а здесь наверняка подстволочки сейчас подобрал, да? Что, ничего не подберу? Где? Давай, 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 давай!
еще даже осталось. Так, поехали. Так, подстволки, пишет, есть. Или может одна подстволка всего. Буду надо брать. Это вряд ли, на самом деле. Так, так. Вот что значит игрушка хорошая. Сколько лет прошло, до сих пор играется просто крайне бодро, крайне здорово. Сколько лет там, 20 прошло, 30, 500 миллионов лет с тех пор, как вышла эта игра. На. Ну, с такого расстояния она меня не убьет никогда в жизни. Так, там что у нас? Конечно, понимаешь, их, в принципе, можно особо не убивать. Но враги же все-таки. Кстати, зачем диски? Блин, по-любому диски с халфой. Так, туда я сейчас не залезу, да, меня скинет. А нет, смотри-ка. В 5. Точно есть что-нибудь полезненькое. Так, уже вижу, костюм можно починить. Причем хороши эти аптечки, там они остаются и под заряжалки. Но потом остается еще дофига. То есть не так, что ты взял, использовал только и все. Ага. F5. Я буду почаще нажимать. Лучше лишний раз нажать F5, чем потом просрать что-нибудь. Так, где тут турель? Хорош, ты чё? 25 подствольных гранат он мне показал, я взял. 25 подствольных? Да вы чё? Да не можешь такого быть, серьезно? Наверное, просто что-то я не так понял. Или так патроны вот эти обозначили. Ну, сейчас возьмем, увидим. А, это патроны такой этой винтовки обозначается. Я думаю, 25 подствольных гранат взял. Думаю, ни хрена же себе. Пойдем дальше. Здесь, мне здесь прям нравится. А, нет, все, сюда больше нельзя. Ай! Здесь больше нет. А, нет, есть. Ай-яй-яй! Сучка. Пацаны, убегайте. Хотя я бы на вашем месте отсиделся. Все. Отсиделся, подождал, пока я всех убил. Ну ладно. Ага. А, этого чувака. Я думал, он по канату куда-то забирается. Этого чувака, короче, убило. Напоминает первый Мэнхан. Там были голос был у командиров спецназа очень похожий. И да, первый Мэнхан, как и второй Мэнхан, мы будем проходить обязательно.
Вот пачки. Вот эта меня игрушка прям значительно больше радует, чем Носферату. Хотя Носферату тоже хороший, но, блин. Ну, блин, ну серьезно, ну Носферату и легендарный... Ах ты, пидор, сдохни, 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 сгори в аду! Сука, как я тебя не заметил-то, а? Вот говно! Сучий потрох, ломлюсь как... А-а-а! Ух ты ж, ублюдок. А, я этих уже ушатал. Окей. Let's go, давай, чё. Чё рвануло-то? А! Говнюки, они мне гранат кидают. Ну, это логично. Так, ладно, окей. У меня, по идее, должны быть подствольные гранаты. Ну-ка, сейчас F5. Ну да. Должны быть, но их нету. А! Надо валить отсюда быстрее, а то он сейчас закидает. Возьмите это что. А, то есть мы тупо спрыгиваем вниз, да? Окей. Ты сучий говноед! Стой, 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 ну давай, убей его. Ух ты ж, нихера размесы пошли здесь, ребят. Да вы вообще угораете на мной сейчас. А подожди, так это же не получается там же, откуда я сейчас пришел, да? Ну-ка. Да хорош! Вы вообще неубиваемые! Take that for you! Вот убегаешь-то, слышь? Блин, они сложные какие, а? Пять. Вот такой умный. 26 хп, обосраться, а? Вот это они выдают. Ну, блин, ну если спецназ, который посылает, разруливает всякие проблемы, он, блин, должен выглядеть как спецназ, наверное, который разруливает всякие проблемы. А, тут вон наверху зелененькая полосочка показывает, сколько у меня, насколько заполнено оружие. Ага, понял. За мной-то не будет этого видно, ну ладно. А, за мной. А это, наверное, камеру перевешу, собственно, когда, значит, себе напоминание, просто что перевесить камеру надо в тот угол, где фонарик. От того, что от индикатора фонарика толку не очень много, для вас, для смотрящих. А вот, а переключение оружия хотелось бы, чтобы было видно. Опять. Какие оружки? То это похожие комнаты? Наверное, похожие комнаты, потому что уж больно много энергии осталось. Или я здесь все-таки был? Не, блин, я здесь был. Так, тогда мне куда идти-то? Так, здесь все закрыто. Что-то куда-то спрыгнул, этих ребят стрелял. Так, там у нас турели. Там уже закрыто. Круто. Не говорите мне, что я попал в какой-то такой блудняк теперь какой-то, куда я теперь не смогу откуда вылезти.
Окей, ладно, давайте опять туда. Хотя это неприятно, на самом деле. Так, здесь дальше никуда нельзя. Специально сделан даже низенький такой. Да вы издеваетесь, здесь закрыто же теперь. Типа просрал все, начинаю уровень заново. Так здесь нельзя начать уровень заново. Да хорош! Фу, блядь, их можно открывать, ну ладно. Фу, я уж думал, все. Сейчас перепроходить хрен знает откуда. Так, этот доктор так и втыкает в ящик. Что у нас там по времени? 31 минута, это все нормально. Патрон тут подобрал. Уже, впрочем, для автомата. Так, а, тогда они мне были не нужны, а сейчас уже я из него пострелял, они стали нужны. Так, мне кажется, я куда-то сюда должен был идти. Нет, здесь только было пополнение здоровья. И еще потрошки. Окей, я пошел сюда. Шел. Ага, ну да. Да, так. Шел. Все, патрон у меня полный. Шел. Здесь парни по мне начали стрелять. Там внизу я был. А, вот откуда-то оттуда. Блин, ну как всегда. Извините, пожалуйста, серьезно, простите, пожалуйста, идиот. Вот просто туплю, надо же так тупить. Просто нещадно, безбожно, страшно. Тупить. Я понял, куда мне надо. Сейчас бы нажал какую кнопку инстинкта в современном игре. В современной игре или там режим детектива, ярости, как там только не называют. Ну. Хорош взрывать там что-то, а? Да ладно, я на улицу вышел. Давайте, пацаны, все сюда идите. Как понимаем, надо завалить вертолет, да? Старый добрый босс вертолет. Классика. Валяй отсюда, чтобы тебя здесь больше не видел. Значит, не надо его завалить. Ох ты ж! Ребят, да я тоже умею гранаты кидать. Не мог вылезти. Отлично, минус раз. Минус два. Это что такое было?
Все-таки вертолет, походу, дело надо. Да, на, сука, сдохни. Там этот гандон меня, может, ракеты или бомбу на меня сбрасывали, ракеты им по мне стрелять. А, сучка! Пять. Отлично. Лучше будем делать так. Так, три. Я понимаю, можно убить или нет? Надо в винты попасть. Сейчас, по-моему, сейчас все патроны просру. Так, ладно, насрать. В 5, поехали. Понятно, значит, гранаты кидали все-таки те дебилы. Не вертолет. Сам, ну. Не спортивно же, ну. Не, наоборот, конечно, спортивно прятаться от меня, ну. Я же все равно субью, какая разница. Где эти метатели гранат? А, он новых все время поставляет, чуваков. Вот у него дым же идет из винтов. Ага! Нет, наверное, все-таки надо его шатать. Вот хер, это он. Это он бомбы сбрасывает, муди. Я лучше с ВСМ-16 просрону, зато... Блин, надо было по моторам с самого начала стрелять. По винтам. Ой, дебил. Так, что-то у нас есть. Ничего нету? Да ладно, что ничего нету-то? Да, он кидает бомбу, и она как три гранаты примерно срабатывает силой. Он же дымится, я же вижу. Ага. Да ладно, у меня... Охереть. То ли я что-то не так... Вашу мать, все патроны просрал. А, можно было просто сюда спуститься. Понимаешь, то ли что-нибудь найдем, то ли подстволки будут, то ли что-то еще. А я все просрал. Ой, дурак. Ну ладно. Зато повеселее сейчас дело пойдет. Учитывая, что меня там сейчас нет, получается бомбить своих же. Саперная лопатка. Жалко, это не игра по утомленным солнцем 2. Мы пошли в атаку бы и с саперной лопаткой. Со всем остальным. Так, нос, что ж ты делаешь-то? Зачем нос? Объясни мне. Ну зачем? Ах ты ж сука!
Вот пидрила, а. Так, я понимаю, СМИ жизнь дорога, надо отсюда сваливать как можно быстрее. Так, ладно, понял. Опа! Блин, как сложно-то, а? Слушай, здесь можно залезть? Черт! Вот это жара, вообще обосраться. Так, ну я так понимаю, туда мы пока не можем пройти именно из-за вентилятора, поэтому надо сначала зайти сюда. Так, F5, F. А, собственно, что F5? F5, и давайте мы на этом серию-то завершим. 42 минуты уже у нас, между прочим, все идет бодро, прямо крутизна, такой... Прямо очень здорово. Вот. А, не знаю, меня просто прёт, меня радует эта игра, прям вообще очень радует. Вот, говорят, что типа вторая в 10 раз лучше, ну если она вторая в 10 раз лучше. Прям второй есть более развернутый сюжет. Первый это просто шутер хороший, а вот, а вторая там еще и именно уже шутер с сюжетом. То есть прям все круто. Ссылка на плейлист будет с остальными сериями в описании под видео. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на канал по обзорам фильмов и на канал автора заставки музыкальной темы. Прям обязательно на него канал подписывайтесь тоже. Вот. И за всем все. Встретимся в следующей серии, будем дальше проходить. Я надеюсь, мы замочим этого среду вертолета, чтобы ничего у нас там этого не было. Вот. Все, всем всего доброго, играйте в хорошие игры.